Тюменской авиабазы появились собственные беспилотники. Сейчас аппараты проходят регистрацию в Росавиации. Как только она завершится, с их помощью служба охраны лесов сможет не только обнаруживать черных лесорубов, но и проводить мониторинг лесов. Раньше такие устройства оказывались в распоряжении лесников только по соглашению с Росгвардией или Госохоздепартаментом. Теперь у них своя беспилотная авиация. Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» куплено 10 летательных воздушных судов. 8 вертолетного типа и 2 самолетного. Каждая единица оборудована видеокамерой и тепловизором. 8 сотрудников авиабазы уже прошли обучение и теперь ожидают полетов. Квадрокоптеры будут предназначены для решения краткосрочных задач. Для того, чтобы, допустим, взлететь, наземным группам можно было осмотреться. Ну, короткий промежуток времени, посмотреть, допустим, возможности подхода к лесным пожарам. Если нам известно о том, что в каком-то месте лесного массива происходит пожар, ну, либо местности какой-то, да, мы можем посмотреть с помощью самолета, куда движется пожар.